В 2013 году в Чебоксарах появится два детсада на улице Гладкова и на бульваре Митова. Наша съемочная группа побывала сегодня на строительстве дошкольного образовательного учреждения в юго-западном районе Чебоксар. 104 миллиона рублей. Такая сумма будет направлена на строительство детского сада в юго-западном районе. Его возведение началось в декабре прошлого года. Работы велись перерывами, приходилось решать проблему коммуникаций. Но застройщик отмечает, строительство идет по графику. Зимний период проходим. Это самый тяжелый основной период. Значит, все земляные работы завершены. Сами видим, что здание поднимается. Значит, по плану коробка здания в мае будет стоять полностью. Значит, основные внутренние работы начнутся с мая. Новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям. Здесь будет большая столовая, музыкально-физкультурные залы, компьютерный класс, бассейн, функциональные кабинеты, а также специализированные группы для детей-инвалидов. Здание будет двухэтажное. Количество групп 13 единиц. Заказчик-застройщик является управление городского капитального строительства. Генеральным подрядчиком является стройсфера. Темпы, которые взяла стройсфера с начала строительства, это декабрь 2019 года, в общем-то, удовлетворяют всех. Пока работаем мы в графике. На данный момент освоено уже 20% выделенных средств. Новый детсад по бульвару Митова сможет принять 240 малышей. Строители обещают, что ко дню города здесь будет новоселье. Дни Фатагирова, Алексей Иванов, Николай Яковлев, Республика.